Крупнейшая школа Камчатки заполнена менее чем на две трети. Речь идет о новой школе на улице Сопочной в Елизово, которая должна открыться 1 сентября. Сейчас там завершается монтаж оставшейся части оборудования. С 1 августа бригады начнут приводить в порядок помещения и займутся расстановкой мебели. Ход работ в школе проверил губернатор края. Глава Елизовского района Роман Василевский рассказал Владимиру Илюхину, что в школе, рассчитанной на 990 учеников, в этом году будут учиться около 600 ребят. Тем не менее, укомплектованы практически все классы, которые запланировано открыть 1 сентября. Свободные места есть еще в 3-х, 4-х, 5-х и 8-х классах.